связи с высокой аварийностью мототранспорта с 6 по 12 июля в Одинцовском городском округе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей мототранспорта соблюдать скоростной режим, пользоваться защитной экипировкой и помнить о требованиях правил дорожного движения. За 6 месяцев 2020 года на территории обслуживания двух основных подразделений госавтоинспекции ОГИБДД УМВД России по Одинцовскому городскому округу и 10-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» произошло уже 8 ДТП с участием мототехники, в которых 2 человека погибли, 6 получили травмы различной степени тяжести.